Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусную, нежную куриную грудку. Для начала куриную грудку нарезаем на небольшие кусочки и перекладываем в форму для запекания. Подсаливаем и убираем пока в сторону. Для заливки вбиваем 2 яйца, подсаливаем, перчим, еще из специй добавляю чайную ложку приправы для мяса и перемешиваем. После чего добавляем сметану и снова перемешаем. Заливаем куриную грудку. Помидор нарезаем на кружочки и укладываем сверху. Отправляем в духовку, температуру устанавливаем 180 градусов на 35-40 минут. Куриная грудка по этому рецепту получается очень вкусная и нежная. Вот такой простой и очень вкусный у меня сегодня был рецепт. Пробуйте, готовьте. Ну а я, как всегда, хочу пожелать вам приятного аппетита. Сказать спасибо, что были со мной. Спасибо, что ставите лайки, пишите добрые, теплые комментарии. Ну и всем пока-пока!